рублей. Посмотрим. Наша путешественница возит нас. Раньше раз в год, теперь уже и два раза в год мы сюда мотаемся. А что ты тут низ не потер? Крышку багажника. Растирай, растирай. Временно не принимается. Я взяла на всякий случай наличку. Ставьте карту клиента. Каким макаром я уже не помню. С другой стороны. Так, пополнить карту. А, у нас даже 105 рублей осталось с прошлого раза. Пополняю. Интересная тут система. Ага, вот 300 рублей горит. Так, теперь что, пополнить ее, да? О, 400 стало, 5. Чек будем неделю печатать, будем сканировать бумагу. Терминал, все, выбираем, карта пополнилась. Не было видно даже. Пойду, обойду. С этой стороны пистолет. Ужас, просто сколько. Пена. Видела, сколько камней, блядь. О, ты тут плохо прошелся. А? Плохо прошелся. Давай, это пена. Так, поехали. Пена.
уйдет денег. Надеюсь, бокс вода не попадет, а потом не выложили ничего. Вот тут хорошо угол пройди, ты водой здесь не помыл. И на крышу там попадай под боксом. Вот такие здесь круглогодичные мойки, да? Зимой можно мыться. Плюс 5, 0. Секретка 0 бывает, минусовая. Поэтому. Ну сегодня попрохладело. Вчера было плюс 20, сегодня плюс 11. Завтра опять потепление. Ну, мы решили с дороги уже сегодня отмыться. Сегодня приехали, выгрузились, отдохнули немного. Дочь на занятия пошла, а мы на мойку. Что, ждем пока? Пусть стаскивает. Тут где дотянешься, чтобы самому не испачкаться. Как? Вон там напротив же промы. Вот там вон. Вон. Сань, забыл, где мы мыли коврики? Коврики пока не будем вынимать, да? Потеплее будет. Потому что просто пистолетом все равно что-то да останется потом. Ноль показывает. Да. Разводы. Надо потереть. А что ты тут низ не потер? Крышку багажника. Растирай, растирай. Потому что потом все равно высохнет, будет видно где-нибудь. Маленько хотя бы. Наша путешественница возит нас. Раньше раз в год, теперь уже и два раза в год мы сюда мотаемся. Каждую неделю моются. Наверное, стольник у них уходит. Есть, мы замечали. Быстренько заехали. Ну, оно и сильно не, как говорится, не запачкается. Долго они не копят на машине грязь. Заехали, намочили, напенили, обмыли и помчались дальше. Где-то стольник обходится там, что с чем-то. А так уже по там воск, не воск. Подольше, подбивай, там уже зависимость. Ну, еще мошки же только начинаются. Мошек, ну, опять же, напенила, они откисают, потом отбил. Все удобно, пошел, помыл, он, люди выкладывают там удобные, как столешницы, и пылесосы там все есть. Помыть и коврики можно, все, что хочешь. Воду, да? Кибернетика. Так, где вода? Вода. Вот, 303 рубля. Ух, уйди, меня намочит. Да, просто вода. Ну а там все занято, большая. Все моются. Удобно очень. У них здесь это очень на югах распространенная мой сам.
сижу за стеной, иначе меня там окатит. Ушло. И 244 рубля было. 160 рублей, а не 700. Да, Сань? Вот вам и сравнение. Мылись в Юганске за 700. Вот люди тут за стольник и моются. Мы за 160, но очень грязные. 4000 км проехали. Кстати, у нас в этот раз ровно 4 вышло, да? Было 400, но бывало, мы блуканули. Так 7, это мы уже по городу ездили. Пороги не помыли. А? Пороги, коврики не помыли. Ну ладно, пока обмылись. Но это можно пороги, вот там. Вон. Еще. Ну, вот пылесосить в гараже, вот там вот, как я уже показала, есть такие умывальники со столешницами, где можно. Сейчас поехать на боксу выгрузить. Вот и тут он домывает, пожалуйста. Наверное, через без центр дополнительной поедем, платы, да? Пылесос только.